Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Настя, а это малыш Стеф. И в этом видео я хочу рассказать о первом полете Стефа на самолете. Ты такой красавец! Ты красавец, я знаю. Да? Летели мы по России авиакомпанией «Победа». И заранее я изучила всю информацию про полет с питомцем. Также посмотрела различные ролики на YouTube-канале, но в основном там попадались мне видеоролики про перелет авиакомпании «Аэрофлот». Про «Победу» было мало информации, и я подумала, что это видео может быть многим полезным. Ах ты сладость моя маленькая. За пару дней до полета питомцу необходимо пройти осмотр в ветеринарной государственной клинике, именно в государственной. Так как мы живем в Москве, для осмотра я выбрала Красносельскую ветеринарную клинику. Мы туда поехали, осмотр занял буквально 2-3 минуты. Нас проверили прививки, посмотрели на Стефа, поставили печать, подпись и отпустили. По стоимости вышло примерно 1000-1200, точно уже не помню. Два важных момента, которые нужно знать перед осмотром. Первое. Если у вас еще щенок до 3 месяцев и у него нет прививки от бешенства, то помимо осмотра вам нужно будет сделать дополнительный документ, подтверждающий о том, что щенок здоров. Это также делается в ветеринарной государственной клинике, по-моему, называется свидетельство номер 1. Второй момент. На осмотр вы можете прийти не раньше, чем через 20 дней после прививки от бешенства. Что это значит? Что вы делаете прививку от бешенства, проходит 20 дней карантина, и только потом вы можете идти на осмотр. Такой сладкий! Кто это? Ай-яй-яй! Пока мы ехали в аэропорт Шереметьево, я решила позвонить в колл-центр и уточнить, нужно ли проходить дополнительный ветосмотр в аэропорту и в каком терминале он находится. На что мне сказали, что да, нужно, и сказали, что в том же терминале, где и регистрация. По-моему, мы были в терминале С, вот, на 3-м этаже был ветосмотр, и там же была регистрация. Соответственно, мы приехали в аэропорт, я приехала заранее, чтобы успеть еще пройти ветосмотр, и мы поднялись к кабинету, простояли там 20-30 минут, вышел врач и сказал, что нам не требуется осмотр, потому что вы летите по России. Поэтому, если вы летите авиакомпанией «Победа» по России, то вам не нужно тратить время и стоять в очереди на ветосмотр в аэропорту. Достаточно той печати, которую вам поставили в государственной ветклинике. Поэтому смело не тратьте свое время и идите на регистрацию. На стойке регистрации Стефа не проверяли, переноску также не измеряли. И тут хотелось бы затронуть темы переноски. У «Победы» есть ограничения. Сумма всех сторон переноски не должна превышать 96 сантиметров. Стеф летел в такой переноске от бренда Wild One. Она суперкомфортная, удобная, легкая. И он чувствовал себя там максимально комфортно. Сумма всех сторон данной переноски составляет 98 сантиметров, если смотреть на официальном сайте. Если измерить самостоятельно, то выходит 96 сантиметров. Мой сладкий пес такой! Кто это? Это Стефи. Да, сладость моя. Сладость моя. Пойди в переноску. Также я хочу сказать о том, что в аэропорту не обязательно, чтобы питомец сидел в переноске. Да, если это собака, то ее можно отпустить и на поводке спокойно идти, никто замечания делать не будет. Полет прошел максимально комфортно, Стеф спал и проснулся только тогда, когда началась посадка. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, я отвечу, подскажу, помогу, потому что сама потратила достаточно большое количество времени, да, чтобы узнать какую-то информацию про полет с питомцем в салоне. Всем спасибо, пока-пока!